Привет! В этом видео я сыграю для вас всевозможного рода рифы, хуифы, соло, хуёло. Вот. Ну, что-нибудь поиграем, короче, не знаю, блядь, из моих подписчиков, наверное, хоть кто-то есть, блядь. Там, какие-то музыканты, может быть, блядь, не знаю, может, кому-то это будет интересно, блядь. Просто я смотрел, получается, предыдущее видео, оно, ну, набрало дохуя просмотров, учитывая, что у меня мало подписчиков. Вот, но, как бы, это... Давайте что-нибудь поиграем, короче. Пивасик, ваше здоровье. Вот, поиграем там, не знаю, блядь, что-то типа панковское там. Типа там, поп-панк там, вся хуйня. Пункс, хуюнкс там. Роцк. Что-нибудь, короче, поиграем. Вот. Послушайте там. Нахуя? Я не знаю. Просто, блядь, надо что-то снимать, как бы, что-то записывать. Что-то вот решил поиграть на гитарке. Что-то вот моя любимая. Моя любимая фраза. Погнали. Театр розовый, блядь, гламурный. Неудобный. Вот я играл раньше, блядь, вот этим синеньким, короче. Вообще пиздец неудобный, блядь. Синий вот как-то поудобнее, блядь. Тут тоже зависит от толщины, там, от прочей хуйни. Вот таким, короче, я синим ебашил. Он как-то удобнее, блядь. Так, а ну-ка вот этим, блядь, которым мы сейчас играли. Блядь. Просто надо привыкнуть, наверное, блядь. Вот, еще есть беленький такой вот. Тоже прикольный. Более жесткий такой. Так, и вот такой вот. С черепушечкой. Фокус, 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 блядь. И! Чисто панк-рок, ебать. Ой, бля! Косячу, пиздец. Блядь, гитарист, ебать. Да не, нормально. Просто учитывая, что я уже, блядь, на гитаре играю уже, блядь, третий день, блядь, то это охуенно, я вам скажу. Ёбаный в рот! Блять, ну короче, как-то так. Хуй знает, блядь. Ну что-то, блядь, когда получается, когда не получается, как бы, блядь. Ну, гитара, конечно, электрогитара, конечно, это охуенная вещь, на самом деле. После ебаных барабанов, как бы, блядь, ну, вообще, конечно, не то. Ну, блядь, я тоже сравнивать, конечно, блядь, тоже, как бы, ну, не актуально в данной теме. У нас с вами такой сегодня разговорно, блядь, игровой, блядь, разговорно-игровое видео, блядь, короче, вот. Вам видно было, ну, аккорды там, вся хуйня. Блядь. Ну тут, я не знаю, как это, блядь, что это, как называется, хуйня, короче, где-то, блядь, в табах увидел, короче, вот. Сейчас теперь примерно, ну, там, в таком же стиле ебашу, короче. Thank you.
Тебе! Короче, как-то так, блядь. Бля, чё бы ещё поиграть? Чё бы ещё поиграть? Новый соляк, блядь. Немножко заглушим струнки. И, блядь, как пушной прям. Ну, в смысле, до пушного далеко, конечно, но, блядь, все равно. Вот так вот на самом деле удобно, блядь, держать гитару, потому что, блядь, получается вот так вот, как бы ты, блядь, хуйся, как бы вот так вот неудобно играть. Как это, блядь, получается, как в том видео, ебать, мама, я играю на басу, блядь. То есть как-то убого, вот так как-то удобнее, блядь. Но это тоже, наверное, зависит, блядь, от длины ремня. У меня получается... Ну, я спустил на самый последний размер, потому что, блядь, ну вообще... До этого получается, блядь, вот как тут, ну, до этого размера получается вот так, ну, пиздец, неудобно, короче. Пизжи вот так вот. О. Такое из это что-то более такое жесткое, более жесткое. Мы с вами играем более такие, как сказать, даже не знаю, как сказать, что мы играем. Да хуй его знает, что мы что-то играем, блядь, играем то, что слышим, блять, какой звук, да? Какой охуенный звук, ёбаный в рот. Блять, память кончается, ёбаная хуйня. И чё ты хочешь мне нахуй? А, блять! Сука, кончается память, ну и чё ты хочешь? Короче, скоро кончится память, блять. В телефоне, блять, 60... На телефон... Блять, я на телефон снимаю. 64 гига.